Смотрите сегодня в 8 вечера на телеканале «Саратов-24». Злая первоапрельская шутка. Около 50 машин в Октябрьском районе оказались на утро с проколотыми шинами. Кто виноват и идет ли речь о межличностном конфликте? Все на уборку. С приходом весны возобновляется полезная традиция проведения субботников. Где уже пригодились метлы и мусорные пакеты? И как поднимали настроение трудящимся? Эх, дороги, пыль да селевые потоки, возмущаются жители дома на Посадского 228/244. Это сейчас там еще можно ходить, но совсем скоро станет явным все, что скрыто. Об этом мы не только расскажем в программе «Саратов сегодня» в 8 вечера. Не пропустите.